Очень хорошо задуманный по драматургии номер. Очень понятное развитие действия. И Максим такой внимательный, влюбленный, нежный по отношению к Оксане. И Оксана пластичная, романтическая героиня. По задумке, по тому, чтобы мы поняли, что ребята нам показали, все удалось. Не удались технические элементы. Но вы сами видели, была достаточно грубая ошибка, когда Оксана не сумела выйти из поддержки правильного. Хорошо, что Максим физически сильный партнер, он ее удержал. Обошлось без падений.